арналған еліміздің құқық қорғау жүйесін жаңғырту туралы мемлекеттік бағдарламаны бекіткен болатын. Сол арқылы құқық қорғау органдарының кадрлық саясатының тұжырымдамасы да мақұлданды. Бағдарламаның негізі бұл Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында көрсетілген мақсаттарды іске асыру, азаматтардың, Қазақстан Республикасының азаматтарының құқық мен олардың мүдделерін тиімді қорғау мәселесі, құқық қорғау органдарының жалпы халыққа көрсететін қызметінің сапасын анағұрлым жақсарту сияқты өте маңызды мақсаттар көзделген. Бағдарламаны іске асу, оның мақсаты, міндеттерін түсіндіру үшін бүгін біз Қазақстан Республикасы Президент әкімшілігінің құқық қорғау жүйесі бөлімінің меңгерушісі Алик Жатқынбайұлы Шпекбаевты шақырып отырмыз. Уважаемые коллеги, добрый день. Как вам известно, 20 января глава нашего государства Нурсултан Назарбаев утвердил государственную программу дальнейшей модернизации правоохранительной системы нашей страны, которая рассчитана на 2014-2020 годы, и также была одобрена концепция кадровой политики правоохранительных органов нашей страны. Основная цель программы – это решение задач, поставленных стратегией развития Казахстана до 2050 года, обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан Казахстана, а также повышение в целом качества услуг со стороны правоохранительных органов. Позвольте теперь предоставить слово нашему гостю, заведующему отделу правоохранительной системы администрации президента Республики Казахстан, господину Алику Жатқынбайұлы Шпекбаеву. Я бы хотел прежде всего поблагодарить за то, что вы принимаете участие, несмотря на свой занятый график, плотный график. И хотел бы уважаемых коллег сегодня напомнить, что у нас сегодня брифинг проводится в классическом стиле, в классическом понимании, то есть без вопросов. Пожалуйста, Сергей Васильевич. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Мемлекет басшысы осы жылы 17 қаңтарда Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында ең басты мақсаты ол осы әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіру деп айтылған. Негізгі міндет сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа осы стратегияны қалыптастыру және іске асыруды жалғастыру. Сонымен қатар құқық қорғау органдарын қызметін тиімділігін артыру бойынша тапсырма берілді. Қазақстан 2050 стратегиясында құқық қорғау жүйесін жаңғыртуды жалғастыру қажеттігі туралы айтылды. Осы стратегиясына іске асыру арнасына 4 жаңа кодексті жобасы әзірленіп, парламент қарауына жолданды. Ол осы қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық атқару, бұзушылық құқық әкімшілік туралы. Қылмыстық сот ісін жүргізу жүйесінің тұжырымдамалық реформасы құқық қорғау органдарының қызметінің мазмұны мен сипатын өзгертуге талап етеді. Осыған байланысты құқық қорғау жүйесінің одан әрі жаңғыртудың 2014-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленіп бекітілді. Бұған қоса кадрлық саясат тұжырымдамасы мақұлданды. Оны біз аталған бағдарламаны іске асырудың негізгі құралдары ретінде қарастырамыз. Реформа өзінің шешу сатысына көшті. 2020 жылға Қазақстанда жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келетін құқық қорғау жүйесін қалыптасатын болады. Ол үшін барлық қажетті жағдайлар жасалуда. Соңғы 3 жылдың ішінде құқықтық тәртіп саласындағы ең жақсы әлемдік тәжірибені енгізу үдерісін жеделдетуге мүмкіндік беретін 20-дан артық заңдар қабылданды. Көбінесе жазалау бағытынан әлеуметтік қызметтерді көрсетуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағдарланған жұмысқа көшудің бастамасы салынды. Елдің құқық қорғау жүйесін жаңарту арқылы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін тиімді қорғау бағдарламаның негізгі мақсаты болып белгіленген. Азаматтардың сенімі деңгейі оның нысаналы индикаторлары ішінде ең маңыздысы болып табылады. Қызметкерлер құрамы мен жұмыстың жаңа түрлері мен әдістер әзірленіп,
енгізілетін болады. Және кадрлардың іріктеудің, аттестаттаудың және орналастырудың айқындығы мен объективтілігі қамтамасыз ететін болады. Мемлекеттің бағдарламасы мен кадрлық саясаттың жаңа тұжырымдамасын іске асыру, бұл ретте ең жақсы тәжірибелер мен дәстүрлі сақтай отырып, құқық қорғау жүйесін түбегейлі жаңғыртуға мүмкіндік береді. Уважаемые дамы и господа, в своем послании от 17 августа текущего года глава государства определил ключевые задачи и приоритетные направления реализации стратегии «Казахстан-2050». При этом он обратил особое внимание на необходимость повышения работы всех правоохранительных органов. Это поручение будет исполняться в рамках государственной программы дальнейшей модернизации Республики Казахстан на 2014-2020 годы. Указ подписан 31 декабря прошлого года. Мы расцениваем госпрограмму как документ, позволяющий кардинально изменить содержание работы правоохранительных органов. Это очень важно, поскольку реформа правоохранительной системы является одним из ключевых условий успешной реализации стратегии «Казахстан-2050», вхождения нашей страны в число 30 наиболее развитых стран мира. Развитие системы правопорядка заметно отстает от преобразований, происходящих в экономике и социальной сфере. Об этом глава государства говорил, с учетом вот этих, в общем-то, и посылов была проработана программа и все те изменения, которые, в общем-то, и происходят. На эту проблему глава государства обратил внимание в своем послании еще в 2010 году. Тогда он говорил о необходимости осуществления оптимизации правоохранительных органов. Многие, возможно, вы знаете, действительно было и сокращение на центральном уровне, соответственно, говорится, на областном, с передачей отдельной категории для укрепления территориальных городских и районных подразделений. Была четко определена эта компетенция каждого правоохранительного органа, были конфликтные ситуации между правоохранительными специальными органами. С учетом этого была четко определена подследственность для каждого правоохранительного и специального органа из вытекающих перед ними задач и функций. С учетом вот этих изменений, ну и мы помним, когда были эти противостояния, все на сегодняшний день встало на свои места. Это говорит о том, что у нас сегодня осталось минимальное количество альтернативной подследственности. Кроме этого, проведена гуманизация законов. Это связано с декриминализацией, передачей отдельной категории преступлений в категорию административных правонарушений, ну и снижение санкций. Смещены акценты с внутриведомственных интересов на защиту конституционных прав и свобод граждан. Здесь тоже проведена большая работа. Масштабная реформа началась после принятия указа главы государства от 17 августа 2010 года о мерах по повышению правоохранительной деятельности судебной системы в Республике Казахстан. В русле исполнения поручений президента принято более двух десятков законов, позволивших расширить спектр институтов и инструментов защиты конституционных прав граждан и обеспечения правопорядка с учетом лучшего мирового опыта. Мы имеем все основания говорить, что за последние три года произошли существенные изменения, свидетельствующие о начале формирования новой идеологии и новой модели правопорядка. Гуманизация законодательства привела к сокращению количества людей, вовлеченных в орбиту уголовного преследования, уменьшению почти на четверть тюремного населения страны, то есть 68 тысяч до 48. Упрощение досудебного производства стало важным шагом на пути преодоления волокиты и формализма при расследовании уголовных дел по очевидным преступлениям небольшой и средней тяжести. Это категория преступлений, удельный вес ее в общей структуре преступности около 89%. Уже сегодня в упрощенном порядке суд направляется по линии МВД 27% уголовных дел, а по линии финансовой полиции 19%. Правоохранительные органы получили возможность сконцентрировать свои усилия на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, представляющих наибольшую опасность для общества. Вот я говорил о удельном весе, если общие вот эти небольшой и средний составляет около 89-90, то категория, на которых сегодня, как говорится, делается оценка, оно составляет от 10 до 12%. За счет внедрения системы электронного учета заявлений
введение уголовной ответственности за укрытие преступлений, наказание руководителей, чьи подчиненные допустили нарушение учетно-регистрационной дисциплины, удалось добиться перелома в решении проблемы латентной преступности. В 2013 году возбуждено 108 уголовных дел в отношении сотрудников органов уголовного преследования за нарушение учетно-регистрационной дисциплины. По представлениям и постановлениям прокуроров привлечено к дисциплинарной ответственности 2493 сотрудника. Из тени выведено более 200 тысяч ежегодно укрываемых преступлений. Если вот начало вот этой большой масштабной реформы, когда началось, мы регистрировали сегодня по итогам 2010 года 126 тысяч преступлений, то сегодня по итогам 2013 года зарегистрировано около 360 тысяч преступлений. То есть возросло практически в три раза. Впервые за многие годы мы располагаем объективной уголовной статистикой, позволившей принимать правильные управленческие решения в сфере обеспечения общественной безопасности. При этом оперативная обстановка не осложнилась и остается под контролем. Более того, наметилась устойчивая тенденция снижения особо тяжких преступлений. К примеру, за 2013 год оно составило около 14,7%. Исключив мотивацию к укрытию преступлений, мы сделали решительный шаг к искоренению порочной практики, манипулированной ведомственной статистикой и отчетностью для приукрашивания действительности и улучшения мнимых показателей. В целях дальнейшего снижения административного давления на бизнес в органах прокуратуры созданы специализированные подразделения по надзору за применением законов о предпринимательстве. Масштабная неочередная аттестация сотрудников позволила существенно обновить персонал правоохранительных органов, включая руководящий состав. Демилитаризация. Погоны сняли около 9 тысяч сотрудников, способствует установлению более доверительных отношений с гражданами и усилению ориентации полиции на оказание услуг населению. Все реформы направлены на то, чтобы казахстанцы воспринимали полицию в первую очередь как своего социального партнера, оказывающего услуги, а не только как орган уголовного преследования, наделенный силовыми и карательными функциями. Это далеко не полный перечень того, что было сделано в русле реализации указа от 17 августа 2010 года. Очередной этап реорганизации связан с реализацией стратегии «Казахстан-2050». Сегодня перед нами поставлена цель создать к 2020 году правоохранительную систему, соответствующую высоким международным стандартам. Эта цель является главной, она определяет характер всех преобразований, происходящих в сфере правопорядка. Остановлюсь на некоторых ключевых направлениях этой работы. Как вы знаете, глава государства поручил правительству принять системные меры по повышению конкурентоспособности национального законодательства. В уголовно-правовой сфере грядут изменения, имеющие принципиально важное значение для дальнейшего развития по пути укрепления законности. К примеру, принятие нового уголовно-процессуального кодекса будет способствовать внедрению в Казахстане современных стандартов уголовного судопроизводства, позволяющего осуществлять эффективную защиту прав личности гражданина. Меры процессуального принуждения, ограничивающие конституциональные права и свободы граждан на досудебных стадиях уголовного процесса, будут поставлены под судебный контроль. Ускоренные формы дознания и предварительного следствия, упрощенное досудебное производство по несложным уголовным делам позволит отказаться от неоправданно усложненных и дорогостоящих процедур расследования преступлений. Это очень важно, поскольку именно на этом этапе чаще всего нарушаются конституционные права граждан и законные интересы. На рассмотрение в парламенте также находятся проекты новых уголовного, уголовно-исполнительного кодекса и кодекса об административных правонарушениях. Вот на постсоветском пространстве, если где-то есть отличие, чем мы, в общем-то, опережаем другие постсоветские страны, если даже вот взять Украину, то они приняли новый уголовно-процессуальный кодекс. Мы вместе с тем еще раз пересмотрели, что эти кодексы должны были быть приняты вместе, одновременно, чтобы обеспечить преемственность по всем направлениям. Поэтому сегодня какие-то особые есть, наверное, проблемы, но вместе с тем по принятию, если до конца первого полугодия парламент принят эти все четыре кодекса, мы даем возможность где-то около полугода для подготовки правоохранительной системы для вот этих плановых мероприятий с учетом готовности их. Я считаю, что в этом плане большая работа проводится. Уже утвержден план мероприятий по дальнейшим, как говорится,
работы в новых условиях. И даже вот то, что я до этого говорил, отдельные моменты, которые связаны с электронной кузированной регистрацией, соответственно, с упрощенным досудебным расследованием, и иные те меры, которые были приняты по реализации уже сейчас в будущем вот этих, оно даст какие-то положительные результаты. Кроме того, депутатами рассматриваются проекты законов об органах внутренних дел, о дорожном движении и частной детективной деятельности. Безусловно, переход к новым правовым условиям работы правоохранительных органов предполагает организацию обучения и переподготовки персонала. Указом президента, как уже было сказано, утверждена государственная программа на 2014-2020 годы. В настоящее время ведется разработка соответствующего плана мероприятий, который станет дорожной картой развития правоохранительных органов в текущем десятилетии. Основной целью программы определена эффективная защита конституционных прав граждан и свобод, законных интересов общества и государства и переход на обновленную систему правопорядка. Принципиально важно, что одним из основных целевых индикаторов госпрограммы является уровень доверия граждан к правоохранительным органам. Проблема доверия является ключевой. Об этом свидетельствует в частности то, что больше половины из тех, кто стал жертвой преступлений, не обращаются за помощью в полицию. Низкий уровень доверия мешает формированию действенного механизма предупреждения преступлений и вовлечению в профилактику гражданского общества. Поэтому с учетом практики развитых стран предполагается разработать и использовать критерии внешней оценки работы правоохранительных органов, включая постоянный мониторинг и анализ общественного мнения. Наша цель – снизить значимость так называемой палочной системы, основанной на ведомственных показателях, и усилить роль внешнего контроля за полицейской деятельностью. Отчасти по усилению вот контроля в целом за и правоохранительной системе говорил президент вот по своим последним посланиям, то есть имею в виду послание 2013 года. В госпрограмме предусмотрены меры, направленные на обеспечение высокого качества государственных услуг, предоставляемых правоохранительным органам. Сегодня их более 40, 13 оказывается уже через центры обслуживания населения. В частности, созданы и начали работать первые специализированные зоны по предоставлению услуг, связанных с регистрацией автотранспорта, выдачей водительских удостоверений и технических паспортов. Принятые системные меры способствовали повышению показателя надежности полицейских услуг в рейтинге отчета о глобальной конкурентоспособности за 2013 год, определяемого Всемирным экономическим форумом. За последние два года Казахстан поднялся на 23 ступени со 111 на 88 место среди 148 стран. Большое значение для реформы имеет универсализация полицейской деятельности. Политика универсализации – это один из наиболее действенных методов оптимизации правоохранительных органов. Она будет способствовать повышению уровня профессиональной компетенции сотрудников и более эффективному использованию потенциала полиции. Первым шагом к этой цели стало упразднение комитета дорожной полиции и передача его функций в административную полицию. В госпрограмме намечены пути создания новых механизмов исполнительного производства, направленных на повышение эффективности исполнения судебных и иных актов. По-прежнему большое внимание будет уделяться освобождению правоохранительных органов от несвойственных функций. Как вы знаете, вот на первом этапе реформы мы часть несвойственных функций правоохранительных органов передали как в конкурентную среду, так и в иные государственные органы. Это и медвытрезвители, соответственно, и ЦВИАРны, и ряд других, как говорится, структурных подразделений правоохранительных органов. В настоящее время, к примеру, предполагается передать медицинское обслуживание лиц, осужденных к лишению свободы и следственно арестованных из ведения Министерства внутренних дел в Министерство здравоохранения. Важной задачей правоохранительных и иных госорганов является реализация инициативы главы государства о формировании в обществе нулевой терпимости к правонарушениям. Для этого будут внесены соответствующие коррективы в систему профилактики правонарушений. Она должна осуществляться на основе тесного взаимодействия с институтами гражданского общества и эффективной информационной работы, направленной на повышение правовой культуры граждан.
В новом законе об органах внутренних дел профилактика правонарушений определена приоритетным направлением работы полиции. Кроме этого, в ней закрепляются вот новые такие направления, как общественные советы, то, что ранее не было этих законов. Соответственно, как говорится, сегодня уже во многих структурах эти общественные советы возглавляют известные авторитетные лица республики. Особое внимание будет уделяться развитию интеллектуальных систем и инновационных технологий, мониторинга и обеспечения общественной безопасности. Мы намерены добиваться более широкого использования современных методов превентивного воздействия на криминогенную ситуацию, которые позволят выявлять признаки противоправной деятельности и предотвращать правонарушения без проверок и контактов с физическими и юридическими лицами. Для этого при Генеральной прокуратуре создана интегрированная информационная база, уже которая объединила более 61 базы, как правоохранительных, так и других государственных органов. По итогам прошлого года только было вот 2012-го 49 баз, принимая во внимание, что эти вопросы были взяты на особый контроль. Вот в течение прошедшего года в систему эту дополнительно были включены еще 12 баз государственных органов. На этом же принципе превентивного воздействия строится работа ситуационного центра агентства финансовой полиции. В качестве одного из наиболее важных инструментов реализации госпрограммы мы рассматриваем новую концепцию кадровой политики правоохранительных органов. Главная цель данного документа – формирование персонала, отличающегося компетентностью, безупречной репутацией и высокой культурой поведения. В послании народа от 17 января текущего года президент особо подчеркнул, что люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и высоким профессионализмом. Это требование будет определять всю кадровую политику правоохранительных органов. Концепции особое внимание уделяется вопросам мотивации сотрудников, планированию потребностей специалистов, повышению качества процессов отбора, аттестации и расстановки кадров. Сотрудники правоохранительных органов казахстанцы должны видеть своего надежного защитника и помощника. Неочередная аттестация выявила насущную потребность в создании комплексной системы оценки личного состава. Над этим мы будем работать. Но по лучшим европейским методикам и стандартам будет реформирована система первоначальной подготовки и повышения квалификации. Есть вот наилучшие европейские стандарты подготовки, первоначальной подготовки. Вот мы ее сравнили, посмотрели, сделали наложение на правоохранительную систему Казахстана. Если у нас вот первоначальная подготовка предусмотрена со сроками обучения от 10 дней до 2 месяцев, то европейская практика, она свидетельствует о том, что первоначальная подготовка длится от 3 месяцев до 3 лет. Вот здесь я считаю, что многие вопросы, как говорится, надо будет пересматривать, начиная от первоначальной, переподготовки, повышения квалификации. Действительно, отдельные направления, они были утеряны, и, возможно, мы сегодня имеем отдельные проблемы. Уже созданы правовые основания для проведения полиграфологического исследования при приеме на работу, проведении служебного расследования и аттестации. Образована комиссия при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах и утверждены правила формирования президентского резерва. На сегодняшний день проведено 8 заседаний комиссии, на которых обсуждались вопросы кадровых назначений. Согласовано назначение 19 руководителей, по 10 было отказано. И формирование президентского резерва зачислено 103 офицера. Важным условием достижения целей стратегии «Казахстан-2050» является объединение усилий государства и общества в противодействии коррупции. В своем нынешнем послании народу Казахстана глава государства поставил задачу продолжить формирование и реализацию новой антикоррупционной стратегии. Это будет одним из приоритетных направлений нашей работы, при этом большое внимание будет уделяться антикоррупционному обучению государственных служащих и информационной работе среди населения. Ну, эту работу мы чуть раньше начали. В Генеральной прокуратуре была создана экспертная группа, которая отработала со всеми государственными органами новые подходы по противодействию коррупции, внесены предложения. Сейчас это все
проработанные материалы находятся в администрации на изучении. Я думаю, с учетом вот этих вот еще раз поручений главы государства, в этом году до 1 июля новая, как говорится, стратегия будет разработана и начата ее реализация. Очевидно, вам будет интересно узнать, что Комитет министров Совета Европы в конце прошлого года направил Казахстану приглашение на вступление в одну из самых авторитетных международных организаций группу государств против коррупции ГРЕКО. Завершая свое выступление, хотел бы обратить внимание еще на одну проблему, от решения которой, на наш взгляд, в немалой мере зависит успех реформы правоохранительных органов. Надо ломать утвердившийся в массовом сознании стереотип о том, что обеспечение общественного порядка является исключительной прерогативой полиции. В разработке мер по обеспечению общественного порядка должны принимать самое активное участие органы местного самоуправления, а в их реализацию надо шире вовлекать население. Только взаимная ответственность будет способствовать достижению нулевой толерантности правонарушениям. Спасибо за внимание. Скидер Рахмет, барлық түсіндіріп, айтып бергендерге істеріңізге сәт тілейміз. Уважаемые коллеги, я пользуюсь случаем, еще раз хотел бы напомнить, что у нас в понедельник в 12 часов мы ожидаем брифинг председателя Верховного суда Казахстана Кайрата Абдразаковича Мамиева.